e eu olho pra frente. Assim, eu curto o tchugo, eu curto o tchugo. Assim, eu olho pra trás e eu olho pra frente. Assim, vem, tchutchuca, vem, vem dançar com a gente. Assim, vem, tchutchuca, no verão ficou mais quente. Assim, vem, tchutchuca, vem, vem dançar com a gente. Assim, vem, tchutchuca, no verão ficou mais quente. Passa óleo nas suas coxas, nas suas pernas e no bumbum. Com a marquinha de biquíni enlouquece qualquer um. E passa óleo nas suas coxas, nas suas pernas e no bumbum. Com a marquinha de biquíni enlouquece qualquer um. Eu curto o tchugo, assim. É mole pra trás e é mole pra frente. Assim, eu curto o tchugo, assim. É mole pra trás e é mole pra frente. Assim, vem, tchutchuca, vem, vem dançar com a gente. Assim, vem, tchutchuca, no verão ficou mais quente. Assim, vem, tchutchuca, vem, vem dançar com a gente. Assim, vem, tchutchuca, no verão ficou mais quente. Passa óleo nas suas coxas, nas suas pernas e no bumbum. Com a marquinha de biquíni enlouquece qualquer um. E passa óleo nas suas coxas, nas suas pernas e no bumbum. Com a marquinha de biquíni enlouquece qualquer um. Eu curto o tchugo, assim. É mole pra trás e é mole pra frente. Assim, eu curto o tchugo, assim. É mole pra trás e é mole pra frente. Итак, приветствую, друзья, всем огромнейший привет. Сегодня 1 ноября, и сегодня начался, что у нас, третий месяц, кстати, знаете, что еще купаются люди? Узнаете, нет? Узнаете, что еще купаются? Вот я вчера купался, сегодня не смог, честно скажу, после вчерашней пробежки у меня что-то прям колено так болит, оно у меня уже, наверное, на протяжении месяца не болело, я вам серьезно говорю. Поэтому что-то у меня прям колено прям разболелось. Но в любом случае, сегодня пойду на тренировку. Завтра все равно попробую опять пробежать. Даже не попробую, а пробегу. Куда деваться, понимаете? Но сегодня просто даже и толком даже ходить не мог. Что говоришь, мальчишка? Не ходить, а сходить? Нет. Ну, как бы это тоже, как бы, но ходить не мог. Ходить, а не сходить. Ладно, давайте с вами пробежимся по новостному блоку. Сегодня плюс 16 градусов. Время у нас... Утро ранее, опять я там, короче, много чего есть моментов, которые мне не нравятся, ну да ладно, может быть скоро поменяем жилой комплекс, потому что хочу найти себе жилой комплекс, который будет свободный, так называемый двор без машин. Вот как бы так, потому что то, как сейчас были все припаркованы, когда я шел на детских площадках и так далее, это, конечно, трэш. Трэш. Понимаете? Вот как бы так. Ну что, давайте пробежимся по новостному блоку. Хоккейный клуб Сочи против хоккейного клуба Динамо-М. Удалось ли взять реванш? Нет, не удалось. Не удалось. Путеводитель по Абхазии. Топ-7 мест, куда стоит съездить в Абхазию. Ну, вчера вот я видел, у меня там вчера знакомые ездили в Абхазию, да, и просто прислали видео, какая была просто огромная очередь на таможне и так далее. Поэтому, не знаю, вроде бы уже закончилось, но все равно люди в Абхазию в том числе едут. Потому что в Абхазии это природа, в конце концов, это озеро Рица. Я думаю, на озеро Рица можно ездить хоть каждый день. Ну, реально красивое озеро. Также по дороге Голубое озеро. Оказывается, еще есть Малая Рица, до нее надо пешком вверх подняться. Оказывается, есть еще возможность там погулять в парках всевозможных. Оказывается, есть горячие источники тоже, куда можно съездить. Оказывается, в Абхазии еще и рыбалка гораздо лучше, чем, например, чем в Сочи, потому что меньше там всевозможных людей, которые похожи на бледей, да, так скажем. Ну, короче, много чего. Интересно, а что у нас сегодня такое движение такое непонятное? Что сегодня случилось-то? А, девочка у нас туда пока не проедет, мы поэтому тоже не проедем. Да? Ну, тяжело, конечно. Ладно, мы сейчас тоже проедем.
Ладно, бывает всякое разное. В общем, ребят, добро пожаловать в Абхазию. Много мест там есть интересных, там и старые, там захоронения, все есть. Значит так, ипотечная печаль. Многие россияне лишат возможности купить квартиру до 31 октября. Точнее, с 31 октября. Точнее, со вчерашнего дня уже все. В общем, даже если, короче, были какие-то одобренные ипотеки у вас под какие-то определенные условия, то сейчас эти ипотеки стали неактуальны. Потому что банкам невыгодно давать под низкие процентные ставки. Объясню. Вы знаете, у меня же все считают, что ипотеку берут только нищеброды. Ну, есть же, да, такое мнение. И ипотеку берут только конченые люди, которые ничего не соображают в этой жизни и так далее. Ну, так рассуждают те люди, которые не умеют зарабатывать деньги. А банкам что не понравилось? Банкам не понравилось то, что люди стали, ну, гораздо умнее и гораздо хитрее. Ну, не все, ребят. То сейчас подумайте, что вы все стали умные. Раз вы меня смотрите с другого города России, ну, значит, нифига вы умнее не стали. Если у вас до сих пор недвижимость нет в Сочи, вы умнее не стали. Если вы смотрите Максима Коломейцева, но при этом испытываете судьбу на Авито или еще там через своих подрузей, подруг, то вы точно умнее не стали. Соответственно, что сделали люди? Они берут, к примеру, ту самую какую-нибудь веселую ипотеку. Ну, бывает же такое, да? Они берут ту самую ипотеку. И, соответственно, деньги, которые свободные есть, вот денежки, которые свободные есть, они берут и, соответственно, у нас берут на вклад. Получается, например, ипотеку с господдержкой берут, к примеру, под 6% годовых, а деньги берут и кладут под проценты под 14% годовых. Понимаете, в чем фишка? И пошло-поехало. Ну и опять же, да, как бы у нас вроде рубль как бы укрепился, доллар стоит у нас, получается, 92 рубля, но при этом какими силами? Соответственно, вот опять там поставили там рекордные процентные ставки, чтобы люди несли деньги, ну и все, как бы немножко так удерживают. Но, соответственно, кто у нас сейчас страдает? Ипотеку, да, кто особенно хочет взять вторичку. Я каждый раз говорю, когда есть, например, хорошие условия для, например, покупки, но не надо испытывать судьбу. Не надо испытывать судьбу, надо покупать. Самая главная и самая крутая валюта в мире – это недвижимость в прекрасном городе Сочи. Кто бы что из вас ни говорил. Я понимаю, знаете, я вчера посмотрел обзор, просто на секундочку, стоит ли переплачивать за iPhone. Ну и, соответственно, один из блогеров взял, сравнил 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max. Ну и, соответственно, все там. Ну и, короче, в конце сделал вывод, что да нет, если у вас там 11-12 iPhone уже есть, то нет смысла там брать себе 15 Pro Max. Зашел в комментарии, почитал, и там тоже, да, вот у меня 11 Pro Max, все нормально, даже не буду менять, там, блин, 20 лайков. У меня 12 Pro Max, да я считаю, что вот этот лайтинг самое лучшее, что было, ну, разъем типа, да, самое лучшее, что было, и все, вот как бы так, поэтому не надо менять. Да, эта тупая челка, ну, такая штучка такая, на которой наверху, да, она мешает там обзору и тому подобное. И я потом смотрю, вот люди реально пишут, и они то, что пишут, судя по их почерку, они даже в это сами верят. Но я могу сказать, как человек, у которого, в принципе, были все эти айфоны, начиная там от 5-го айфона и заканчивая, я только одно как бы пропустил модель, я только пропустил 14-ю, в прошлом году не брал. Не знаю, почему 14-ю не брал. А, боялся за эти приложения, которые не устанавливались банковские. 14-ю не брал. Вот. И я могу сказать, что у меня все были. И сейчас на данном этапе там 11-й там, Pro Max сестре отдал. 12-й Pro Max у меня вот сейчас, я он освободится, я, скорее всего, буду его продавать. 13-й Pro Max я помощнице отдал для рабочего телефона, да, соответственно, 14 не было, сейчас 15 Pro Max и так далее. Я могу сказать, что, ну, как бы 11, 12, зачем такие тупорылые, да, вот, как бы, на красный сигнал светофора. Вот, ну, это, наверное, таксист 100%.
на красный сигнал просто едет ему по барабану на все. Просто по барабану. Хотя черная Камри, по идее, в такси не должен быть. Ну ладно, не будем это. Поэтому могу сказать, даже 12-й, ну, 12-й реально тупой по сравнению с 13-й. Говорит, если вы возьмете, говорит, после 13-го, 13-й, 15-й, вы разницу не почувствуете. Нет, ребят, разницу почувствуют. Вот кто там тоже думает, особенно кто тешит себя, вот это, вы комментаторы, да, которые, да, вот у меня вот есть. Самое главное достоинство 15-го iPhone, 15-го Pro Max, это разъемы, которые USB. Тот самый, да, USB Type-C, где можно сейчас спокойно подсоединить там съемный жесткий диск, например, тот же самый, например, да, SSD-шку, например, на 2 гигабайта взял, просто воткнул. Проще подключать любые другие устройства. Соответственно, можно там, например, там от своего телефона там зарядить, например, другой телефон, если у вас два телефона когда-то бывает. Можно там зарядить там те же самые наушники и так далее. Нет, плюсов очень много. Другое дело цена. Да, 200, там, если брать терабайт, там 250 тысяч рублей, не кажется, можешь позволить. Поэтому здесь уже раздаются мифы, что 11 Pro Max ничем не отличается от 15 Pro Max. То же самое касается недвижимости. Вот то же самое я читаю, вот когда смотрю, что, да за эти деньги лучше тот уже. Проблема не в том, что недвижимость очень плохая, а проблема в том, что у многих из вас не хватает просто-напросто возможности, не получается, там нет денег там, или еще что-нибудь купить недвижимость в Сочи. Но объективно, как бы, недвижимость в Сочи, это как 15-й Pro Max. Это то, что всегда будет в тренде, вы всегда сможете купить, вы всегда сможете продать. И это самая твердая валюта, которая есть. Поэтому, как бы, люди, которые живут или имеют недвижимость в Сочи, они прекрасно понимают, что это самая лучшая валюта в сегодняшнем нестабильном мире. Поэтому и умные люди и покупают недвижимость в прекрасном городе Сочи. А по поводу того, что там есть проблемное жилье и так далее, ну, ребят, ну вы не покупаете проблемное жилье. Обычно все знают про проблемное жилье. Ну, реально все знают. Поэтому, как бы, обращайтесь к специалистам, обращайтесь к экспертам. И будет все хорошо, прекрасно и замечательно. Ладно, бежим с вами дальше, дальше, дальше. А ипотека, да, ипотека, да. Вот, вот Рустам сейчас меня смотрит, я знаю. Я ему он три раза уже профукал ипотеку, и теперь ипотека уже все. Теперь уже из категории стала фантастики. Ну, что сделаешь, бывает. Надо иногда, знаете, иногда самое важное качество – это уметь, знаете, что сделать? Уметь принять решение. Я помню, работал генеральным директором, да, вот в такси ГОСТ. И, ну, вроде взял и решил бухгалтера уволить. Ну, бестолковый был бухгалтер, решил уволить. Ну, потому что там, ну, как бы, там уже все там уже там пользуются этими, там, со всякими или экселевскими таблицами, пользуются там Google таблицами и так далее. Она все еще счетами считает, и непонятно что, очень долго не. Ну, в общем, решил поменять бухгалтера. Ну, и, в общем, надо уволить. Я думаю, как я буду увольнять? Ну, я подошел, сказал, там, типа, учредитель. Как бы, хотя это было мое решение, учредитель, как бы, мы все, с вами расстаемся, все, как бы, решили. Мне подходит Серега, учредитель, он говорит, Макс, ну, это же твое решение, ну, зачем ты меня сюда приплетаешь? Ты должен брать ответственность за это все, как бы, на работу принимаешь ты, увольняешь ты, какой там, мы там посовещались там и все. А вот с тех пор у меня так, я все четко научился, да, как бы, да. И принимаю, и убираю. Да, кстати, вакансия на помощника по SMM, вести Telegram, вести Instagram, вести ВКонтакте, она актуальна. Зарплата от 30 тысяч рублей. Соответственно, можете писать в WhatsApp, принимается. Вы же говорите, что все у нас хрен без соли доедает, что зарплата в среднем 20 тысяч. Ну вот за 30 тысяч не могу найти себе человека. Не могу найти пока человека. Бывает. Ну что, дальше. В общем, говорят, что в пятницу будет выходной, в субботу будет выходной, в воскресенье будет выходной и в понедельник будет выходной. Не знаю, правда это или нет, но ходят слухи, что это будет именно так. Значит так, в Сочи эвакуируют скалолаза с его несовершеннолетней дочерью. Ну, бывает, пошел, взял с собой дочь, видать, не знаю, там. Это как должна была жена вытрахать весь мозг, чтобы он решился с дочерью пойти черт знает куда. Это вот что нужно было сделать? Вот что нужно было сделать, понимаете?
Что нужно было сделать? Не знаю. Ну, в общем, пошел он со своей дочерью, говорит, все. Ну, и вот теперь пытается их, мягко говоря, эвакуировать. В центре Сочи нашли ядовитую змею. Там кто-то подумал, нифига себе, моя бывшая, что ли, сбежала? Да нет, не твоя бывшая. Прямо настоящая ядовитая змея. Самое интересное, что это настоящая ядовитая змея, она у нас что? Правильно, она у нас краснокнижная. Просто так ее убивать нельзя. Поймать непонятно что. Ну и в общем, позвонили у нас тем самым экологам, говорят, ребят, вот ваша жена чья-то, говорит, какого-то из вас, говорит, забирайте. Я говорю, не надо, говорит, нафига, ну как, говорит, убивать нельзя, говорит, это нельзя, говорит, сейчас покусает кого-нибудь. Говорит, ничего страшного, говорит, пускай, говорит, кусает, что жалко, что ли, говорит, ну а что, пускай кусает. Ну и, в общем, вот как бы так, сейчас она живет, где-то там приютилась. В Сочи произошла авария, 4 человека сорвались со скалы в обрыв и прилетели 20 метров. Ну, как всегда, молодежь. Со словами «Алиса!» и вперед из песни. Вы же заметили, да? Чем хуже автомобиль, тем хуже себя ведут на дорогах те самые прекрасные. Ну, это не считая водителя Toyota, да, вот, который сейчас на Toyota у нас поехал на красный сигнал светофора. Мы его не берем в обиход, мы берем остальные, вот если брать вот ключевую массу. Чем хуже автомобиль, тем хуже они себя ведут на дороге. Если мы вспомним с вами 90-е лихие, то, соответственно, чем дороже автомобиль, тем они хуже себя вели, то сейчас все у нас в точности до наоборот. Если там едет как бы мужик за рулем, да еще и на дорогом автомобиле, он себя пропустит, уступит и так далее. А если, конечно же, у нас там какой-нибудь обиженный прульщик, то он, конечно, тебя возьмет и на таран, и все. Как бы, ну, бывает такое, бывает. И потом эти обиженные прульщики сидят и пишут там, что 11 Pro Max ничем не отличается от 15 Pro Max. Я сейчас читал комментарии, так смешно было, думаю, ну что, прикольно, думаю, это будет самое интересное, когда люди пишут такие комментарии, они, наверное, пытаются прежде всего сами себя, наверное, в этом убедить. Ответ-то очень прост. Там я смотрю, нет смысла переплачивать, нет смысла есть переплачивать, когда у тебя есть деньги. А когда у тебя денег нет, извини, пожалуйста, да, но что такое 250 тысяч за iPhone? Это у многих из вас это месячная зарплата. Представляешь себе, просто взял и выкинул 250 тысяч, и потом ты просто месяц ни хрена ничего не ешь. Понимаете? Поэтому, конечно, я прекрасно понимаю, как бы, если бы зарплата у всех была бы по 2 миллиона, а так у нас зарплата там 250-300 тысяч, ну, максимум, может быть, 500 тысяч. А так обычно говорит, средняя зарплата где-то, я думаю, 1300. Потому что, судя по тому, что я решил на 30 тысяч найти себе вам помощника, не нашел, я думаю, что как бы, ну, все зарабатывают по 300, по 400 тысяч. Для айфона, в принципе, это нормально. Да, можно там пару месяцев поэкономить и купить, но зарабатывать 300 тысяч в месяц ты никогда в жизни не купишь себе квартиру в Сочи. Вот это суровая правда жизни. Да, кстати, напишите в комментариях для интереса, кто сколько зарабатывает вообще, ну просто. А то у меня как-то кто-то пишет, что заработок средний в России 20 тысяч, а я за 30 тысяч не могу найти на удаленную работу, где даже не нужно там ни в офисе появляться, ничего, что можно сидеть хоть в Домбаровке, хоть в Акжаровке, хоть в Пердяровке и зарабатывать деньги. А судя по некоторым из вас, что там, когда я показываю квартиры, а я показал квартиры внизу Донской за 3 миллиона 350, квартиры хорошие, классные, с видом на море, в хорошем, классном доме, все. И смотрю, что-то как бы у нас только вчера только две заявки, только два человека решили его купить. Остальные что у нас совсем? Миллиардеры, которым нужно аналогичную площадь покупать по 17 миллионов и при этом проблемным домам. Даже. Потому что в Адлере, еще раз повторюсь, ФЗшный объект, мы знали, что псевдо-ФЗшный шел, псевдо, есть такое понятие, псевдо-ФЗшный. И вот сейчас все. Люди остались голые с рака. Представляете себе? Ладно, обманутые дольщики, они покупают за 2 миллиона себе квартиру, рискуют там у Ашотика. А это, представляете себе, 20 квадратных метров за 20 миллионов и сейчас остались с голой сракой. Представляете себе? Это жесть, да? Это жесть. По-другому не назовешь.
Значит так, аэропорт Сочи увеличил количество международных рейсов, слава богу. И, наверное, в декабре, сейчас я посмотрю, там один отель вот все-таки какой-то под вопросом, отель новый, ну, что-то посмотрел, какая-то цена такая, ну, более чем адекватная. Не хочу я больше по 450 тысяч тратить на отдых, ну, не хочу реально. Поэтому сейчас вот я все-таки смотрю, думаю. И вроде там один отель как бы недорого вылез в Египте. Я, наверное, туда слетаю с женой на недельку. Ну, реально, недорого вылез. И все. Недорого — это 250 тысяч за 7 дней с вылетом из Сочи. Как бы, я думаю, в Египте точно ни на что деньги тратить не буду. Точно ни на что денег не уйдет. Значит так, в Сочи вчера отмечали День Черного моря. Как я говорил, я вчера искупался в море, пробежался вчера. Ну да, есть определенные последствия. Сейчас мне немножко некомфортно. Нога болит даже в спокойном состоянии, спокойном, так скажем. Вот как бы так. Ну а у нас тем временем в ночь на среду, 1 ноября, в жилом квартирном доме номер 8 на улице Чайковского, пятиэтажке, произошло возгорание. Ну, бывает же такое. А реку Хироту в Сочи решили переименовать обратно Хороту. Ну, вы задолбали. То Хирота, то еще что-то, то Хороту. Ну, ё-моё, ну сколько раз вы уже меняли название? От этого легче никому не становится. То Хорота, то Хирота, то еще какой-нибудь. Ну, смысл? Ну, тут, знаете, когда коту делать нечего, он там яйца лижет. А вот здесь вот я не знаю, может быть, как чиновникам когда делать нечего, там, может быть, нету там. Комбо. Пьяный угонщик без прав разъезжал. Само собой, разъезжал на автомобиле ВАЗ-2109, 32 года. Ну и все. Ну, бухарик и все. Понятно, что 32 года, понятно, что на девятке, понятно, что его взяли. Ну, взяли почему? Потому что не смог откупиться. Я могу сказать так, мне даже один из гаишников в Сочи, да, как бы мы с ним общаемся и все, да, сказал так, что по статистике всего лишь 2% пьяных попадают там под лишение, там, или там до суда доходят, все остальное. Все остальные обычно у нас договариваются на месте. Это печальная статистика. Я думаю, если бы, вот гаишники, если меня слышите, гаишники, вот если бы взялись прям за алкашей, понимаю, что, конечно, богаче бы не стали бы, однозначно богаче не стали бы, но если бы вы взялись бы, почистили, во-первых, на дорогах стало бы меньше водителей, это раз, а меньше бы стало вот этих вот моментов, когда там с обрыва срывается, когда там сбивают и так далее, и все. Но я понимаю, что если вы всех этих алкашей возьмете и лишите прав, я прекрасно это понимаю, то у вас не будет возможности колымить, это там получать по полтиннику, по тридцатке, по соточке и так далее. Просто вот каждый гаишник, вот просто если вы там смотрите меня, я могу сказать так, каждого отпущенного пьяного за небольшую взятку или за большую взятку вы просто, ну, как бы выпускаете потенциального убийцу, ну реально потенциального убийцу. Потому что, не дай бог, он там, не знаю, собьет там, например, вашего там, например, ребенка, да, либо еще что-нибудь. И, конечно же, потом только уже будете жалеть или еще что-нибудь. Поэтому я считаю, что, знаете, если, например, там бывает, там пешеходу не уступил, там, да, бывает там на сплошную там доехал, да, какое-то там препятствие объехал и так далее. Там бывает еще что-нибудь. Это, ну, бывают такие, да, бывает там, да, вот бывает. И за это еще как-то можно еще, да, опять же, ну, хотя за встречку я тоже считаю, что, ну, нужно расстреливать на месте. А, ну, когда человек пьяный там, или это, ну, я считаю, что нужно взять и довести, значит, это дело до конца. Это люди, которые, тут, знаете, как ядовитую змею, да, вот увидели, да, как бы ее взяли, как бы ее не выпустили, да, там, а ладно, пусть по Сочи гуляют, ее выловили, потому что прекрасно понимает, что как бы она может кого-то там нечаянно, там какого-нибудь ребенка или женщину какую-нибудь может укусить и все. То же самое это пьяный водитель, он такой же, как змея и все. Я понимаю, что это самая большая, как скажем, маржинальная группа для гаишников,
я прям очень хорошо, там можно там срубать бабло, да. Но, ребят, вы отпускаете всех потенциальных убийц на дороге. Вот как бы так. Но уже, я думаю, надо вот сделать правило, да, там, например, пьяный за рулем. Не знаю, там можно взять там сразу, например, стрелять прям сразу, самосуд на месте. Прям взял там пьяный, там дыхнул, показало, сразу в лобешник, на только тебе, и все. И глядишь, и смертности станет меньше, да. Вон, я смотрел вчера сводку, там то опять то там в Санкт-Петербурге, в автобусную остановку, там было 5 человек, пьяный въехал. В Москве, в Нижнем Новгороде, там просто жесть, там просто смотрит страх Божий. Ну вот как бы так. В Сириусе поймали пьяного без прав мопедиста. Знаете, там написано, при нем не оказалось у нас чего? Да, правильно. У этого мотоциклиста, точнее скутериста, при себе не оказалось самого главного. Это денег, чтобы можно было откупиться. И поэтому, да, все, вот теперь вот дошел до непонятно чего. Не знаю, я вот считаю, что вот алкоголь и автомобилизм это вещи, потому что, ну, реально так кажется иногда, что там люди бухие передвигаются, какие маневры они могут делать. Ладно. Опять вчера Телеграм у нас висел, все начали переживать, что так, как же там с ним Телеграм, что же теперь будет. Ну, ничего страшного, бывает. Ну, и опять же, в Сочи появляется очень много резиновых квартир. Что значит резиновые квартиры? Это те квартиры, в которых прописывают у нас очень много людей. Кстати, тоже хороший бизнес, я серьезно говорю, очень хороший бизнес. Поэтому тоже этим некоторые занимаются. Купили квартиру, например, какую-нибудь ЖПшку. И все, и прописывают людей за хорошие бабки. Хорошие бабки берут и прописывают. Все, без проблем. Хотя я думаю, кому сейчас это нужна прописка? Кому? Вот я, например, в Сочи прожил в свое время, там, 1.5 года у меня не было прописки. И ничего страшного, нормально все, без прописки. Потом прописывался, заплатил штраф, 1500 рублей, что ли, да и все. Ну, я вообще жил. Я прописался только в одном случае, потому что мне не получалось машину на себя поставить на учет. Поэтому я прописался. А так бы без прописки бы и жил бы. Понимаете? Ну, прям реально, без прописки бы и жил. Блин, голова у меня сегодня болит почему-то. Хотя я не бухаю, ничего там, да. Как бы голова болит. Прям реально голова очень сильно болит. Что же у меня случилось такое? В любом случае, сегодня на тренировку надо сходить. Это раз. Потом, соответственно, нужно еще там кое-что сделать. Это два. И у меня в планах, вот, хочу на поезде. Вот я так давно на поезде не катался. Хочу на поезде съездить в Астрахань через Волгоград. На рыбалку с отцом вдвоем. На часика, ну, числа 7 выйдем. Сейчас я все-таки думаю, все решаю. И назад уже либо на самолете, вот есть Астрахань, Сочи, либо все-таки тоже обратно на поезде. Это тоже думаю. Есть самолет, в 6 утра летит, 10 числа. Ну, вот хочу на один день просто поехать в Ревенхутор. Хочу вот один день провести на реке и порыбачить этого жереха. Мне очень понравилось ловить жереха. Очень хороший, классно дает бой, эмоции выше крыши. Вот. И просто еще папа просто обалденно коптит рыбу. Папа делает очень классную, вкусную рыбу, именно холодного копчения. Да-да-да, папа сам коптит, и у него получается просто огонище. Вот как бы так. Все, ребят, на этом с вами будем прощаться. Вам всем прекраснейшего настроения. Снял я парочку вариантов квартир в жилом комплексе Гранд Парк. Прям интересные квартирки, я думаю, вам понравятся. Плюс я дом вчера снял хороший на Мацесте. Тоже, думаю, вам понравится. В общем, много чего я сделал для вас интересного. Будем двигаться дальше. Всем вам добра и пока.